Настроила на свидание. Ну, вроде ровно. Если там не ровно, я не знаю, что я тебе себе засунь этот палец. Друзья мои, вот мы с вами наконец-то встретились. Я долго не выкладывал видосы, около 3 дней, ввиду того, что было много основной работы, а еще немножечко приболел, но сейчас я себя чувствую уже получше. Остаточные явления есть, но я думаю, они скоро пройдут. И что ж мы будем сегодня делать? А будем мы делать то же самое, что и всегда. Но сегодня мы немножечко сравним, посравниваем некоторые шоколадки. В чем вопрос? Сейчас вы сами все поймете. Вот всеми любимый киндер-шоколад. Он очень вкусный, все вы знаете. А вот никому неизвестный Nelino Kids, который должен быть по вкусу такой же, наверное, как и киндер-шоколад. Сегодня мы это узнаем. Разница между ними лишь в том, что этот стоит 100 с чем-то рублей, а этот стоит 50. Итак, наша сегодня цель — сравнить, какой у них вкус, за 100 или за 50, и стоит ли переплачивать. Давайте приступим. Nelino Kids. Почему учительница геометрии никогда не попадет в рай? Потому что она чертила. Продолжаем. Киндер-шоколад. Итак, Nelino Kids или Kinder Шоколад. Давайте сравним. Сначала Kinder. Как всегда, бесподобно. Давайте я буду честен. Киндер, он вкуснее, честно. Этот тоже неплох. Но киндер все-таки вкуснее. Не намного. Что бы я выбрал из этих двух шоколадок? Я бы выбрал киндер. Хотя это тоже очень вкусно. Но это 5 баллов. А это 4.
с этим все понятно. И сегодня мы еще, знаете, что сравним? Мы сегодня сравним Рафаэла и Ферреро Роше. Кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы больше любите, Ферреро или Рафаэла. Кстати, и то фирма Ферреро. Только это Ферреро Роше, а это Рафаэла. Мной с детства. И хрустит хорошо. Давайте еще разок. Рафаэлла. Послушаем, как хрустит. Сегодня это у нас все. Сегодня мы выяснили, что киндер-шоколад вкуснее своего аналога. А Ферреро Роше и Рафаэлло одинаково вкусные. Тут уж выбирает сам, кому что больше нравится. Всем большое за внимание. Извините, что была такая пауза в съемках в 3 дня. Постараюсь делать хотя бы по одному ролику в день.